уряд запропонував рецепт. Устами прем'єра ми його почули. Рецепт заміщення експорту нашим внутрішнім продуктом, який буде імпорту. Замовляти уряд. Імпорту. І імпорту, нашим продуктом. Пане Пасхавер, це вже не, це не ноу-хау. Це пройшли багато країн, наскільки я знаю. Ви, як економісти, пан Уманський, і ви, скажіть, це спрацює в 2013 році? Нет, это не сработает не только в 2013 году, это не сработало никогда. Просто вопрос замещения импорта – это вопрос развития страны. Специально замещать импорт невозможно. Надо делать экономику сильной, экономику конкурентоспособной. А от того, что вы специально, целенаправленно скажете, нет, мы будем запрещать покупать иностранные автомобили, а делать только свои – мы будем... Это довольно нелепая ситуация. Это значит нас обеднять. Во-первых, во-вторых, это никогда не удается. Вот, вот вам моя оценка этого плана. Слушайте, таких планов уже за 20 лет, таких точно, было несколько. О них забывали через день после того, как они публиковались. Тогда что бы вы порекомендовали премьер-министру, если не такой план? Ну, изменить то лицо. Например, сделать бизнес свободным. Сделать бизнес свободным, то есть перестать его контролировать так как он контролирует, перестать его неформально, ну это не премьер-министр делает, но это делается, перестать неформально концентрировать. Але це виходить, треба зробити бізнес вільним від себе. Но вы формулируете вопрос правильно. Это самый настоящий конфликт интересов.